Дальний Восток, Урал, Южно-Федеральный округ. Спортсмены из 52 регионов России прибыли в Одинцовский район на крупнейшее состязание по кикбоксингу в разделе «Фулл контакт». Чемпионаты, первенства, отборочные этапы, на пути в сборную, а далее выход на мир. 5 соревновательных дней, 4 возрастные категории, мастера спорта международного класса и заслуженные мастера. Каждый из спортсменов, выходящий на ринг, прошел отборочные бои в своем регионе. В главный этап вышли 814 боксеров. Мы, друзья, с вами живем в непростое время. И, быть может, каждому из нас предстоит встать на защиту своей родины, своей семьи, своих близких. Надо быть к этому готовым. Кикбокс – замечательный вид спорта. Он учит молодежь быть сильными, смелыми, мужественными, учит преодолевать трудности. Участников чемпионата первенства приветствуют руководители Всероссийской федерации кикбоксинга, представители правительства Московской области, Русской православной церкви, а также главный тренер сборной Вадим Украинцев. На протяжении последних 16 лет российские спортсмены показывают высокие результаты в Европе и на чемпионате мира. В 2010 году на первых всемирных играх боевых искусств благодаря кикбоксерам сборной России завоевала первое общекомандное место. Прошлый год у нас был чемпионат Европы. Мы установили рекорд для себя. Из 19 весовой категории привезли 10 золотых медалей. Установили рекорд. Для нас это здорово. То есть мы продолжаем доминировать на мировом и на европейском ринге. Кикбоксинг в России – активно развивающийся вид спорта. За 3 десятилетия он завоевал популярность в 74 регионах страны. С недавних пор в составе сборной – крымчане. Владислав Ревуцкий из Симферополя в прошлом году выиграл Кубок мира, принеся в копилку российской команды золото. Планы – выиграть чемпионат России, стать чемпионом России. Стать чемпионом мира, чемпионом Европы, выполнить норматив заслуженного мастера спорта. Вот, доказать себе в первую очередь, всем, что я не просто так пришел в этот спорт. Фулл контакт – раздел кикбоксинга, в котором удары руками и ногами наносятся без ограничения силы. Так же, как и в боксе, отсчитываются нокдауны и нокауты. Удары ногами разрешены только выше пояса. В чемпионате активное участие принимают и девушки. Среди именитых спортсменов – мастер спорта международного класса Ирина Парахина. Любой вид спорта, он воспитывает и характер, и дух, и силу. Но кикбоксинг, это мое, да, и вот он во мне воспитал, много хороших положительных качеств. Чемпионат России начинается вслед за первенством в четверг, а в пятницу состоятся самые зрелищные бои – полуфиналы, затем финалы. Среди гостей, приглашенных на закрытие соревнований, звезды российского спорта – Александр Лебзяк, Александр Поветкин и Федор Емельяненко. Мария Подъепольская, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».